Добрый день всем, дорогим моим подписчикам и всем, кто присоединится на мой прямой эфир. Этот прямой эфир я решила посвятить рассказу о компании Greenway. Мне очень хочется, чтобы как можно большее количество людей узнали, как можно жить более здоровой, экологичной жизнью и при этом получать удовольствие, радоваться жизни и повысить вообще качество своей жизни, уровень своей жизни, как это сделала я. Вы знаете, до знакомства с Greenway, а это произошло 4 года назад, да, я... Когда мне задавали вопрос, могу ли я каким-то образом повлиять на экологию планеты, я считала, что нет. Но, познакомившись с Greenway, я стала более осознанным человеком. Я поменяла свое представление и поняла, что я могу внести свой посильный вклад в улучшение не только своей жизни, да, но и жизни окружающих меня людей, и самое главное, вклад в экологию. Потому что мы все с вами знаем, как катастрофически ухудшается экология нашей планеты. И вот наша зима, к примеру, да, бесснежная, да, уже который год. Ну, в этом году нас побаловало, конечно, снежком, да, но идет всемирное потепление. И задача каждого осознанного человека понять, что он тоже может внести свой вклад в улучшение экологии и при этом получать хорошее вознаграждение, если сегодня услышит меня мое предложение, которое касается экологичной компании Greenway, с которой я строю свои партнерские отношения и строю бизнес, потому что Greenway – это, помимо всего прочего, еще готовый бизнес под ключ. Если вы наберете слово Greenway в интернете, вам выйдет очень много роликов непрофессиональных, просто люди, которые попробовали продукт Greenway и восхищаются им и хотят тоже донести до других пользу этого продукта. И вообще в сознании очень многих людей Greenway ассоциируется с салфеточками или с тряпочками, как их называют, хотя я считаю, что наши замечательные салфетки – это очень большая ценность, да, и всегда против того, чтобы называли их тряпочками. Тряпки – это да, это то, что продается в магазине, то, что не помогает нам убирать квартиру, да, допустим, когда ты вытираешь пыль обычной там хлопковой тряпкой, да, ты просто эту пыль распределяешь по стенам, на пол летит, куда угодно. А наше замечательное микроволокно, оно впитывает пыль в себя, и затем отдаем воду, и таким образом улучшаем не только воздух в доме. То есть, когда я начала пользоваться замечательным продуктом Greenway, а мое знакомство началось со швабры, с двумя насадками. Тогда еще очень было мало информации, как правильно было пользоваться, да, вот. И когда я намочила, как салфетки, которые одеваются на швабру, да, и прошлась по окнам, по зеркалам, они стали, когда высохло, вот это, сначала надо намочить, отжать, одеть на швабру, и затем я просто пошла убираться, у меня очень много зеркал в доме, окон, да, швабре прошлась, и такая с замиранием сердца ждала, что дальше будет. И когда вот эта водяная дорожка высохла, все было идеально, да. Дальше, больше я пошла, прошлась по моющим обоям, увидела, сколько пыли на моих, казалось бы, чистых стенах, да. И даже всем демонстрировала, да, чем мы дышим на самом деле в своей квартире. И вот после того, как я приобрела эту швабру, После того, как я приобрела эту швабру,
воздух в моей квартире стал совершенно другим. И об этом говорили гости, которые ко мне приходили. Я всем, конечно же, с удовольствием вообще рассказывала про эту чудо-швабру. Но самое главное, что после того, как убираешь пыль с потолка, стен, да, воздух в квартире вот как в лесу становится совершенно другой, озонированный, да. Но опять я перешла на продукт, хотя хотела рассказать о том, как каждый из вас может улучшить свою жизнь, пользуясь замечательными продуктами компании Greenway. Смотрите, у нас 13 линеек брендовых продуктов. Вообще Greenway — это зонтичный бренд, то есть это объединение торговых марок. И вот 13 торговых марок, которых вы больше нигде не купите, кроме экомаркета Greenway, и с очень высоким качеством, которые, в принципе, нужны каждому человеку, но не все об этом знают. И наша с вами задача — людям рассказать об этом. Это продукт, который постоянно находится в дефиците. В наш век профицита очень сложно найти продукт, за которым выстраиваются очереди, которые ждут, на которые записываются. Так вот это все наш продукт Greenway. И самое главное, что производители сейчас стоят в очередь, производители экологичных товаров стоят в очередь, чтобы компания Greenway рассмотрела вопрос о сотрудничестве с ним и взяла их экологичный продукт на реализацию. Представляете? Кроме того, компания родилась в городе Новосибирске, да, в Новосибирском академгородке. Но производство в основе нашего продукта, 20% где-то занимает японское ультратонкое рассеченное микроволокно. То есть компания выкупила патент на ультратонкое рассеченное волокно на 20 лет, да, и больше нигде, кроме как в Японии, вы не сможете купить подобный продукт. Более того, компания пошла дальше, она решила, что этот продукт нужен всем, и поэтому наш продукт имеет очень доступную цену, потому что те люди, знакомые, да, которые приезжают из Японии, они говорят, что будут теперь покупать микроволокно в России, потому что оно здесь дешевле. За счет чего это дело? Я так понимаю, что это за счет того, что производится очень большое количество продукта, да, и за счет этого снижается цена. Причем наш продукт идет по единой цене для всех, и для партнеров компании Greenway, и для клиентов. И это очень здорово, потому что это, снимает страх продаж, снимает страх, что когда ты предлагаешь кому-то этот качественный продукт, что люди подумают, что ты на них наживаешься. Но на самом деле я продукт практически не продаю, я всем предлагаю открыть свой собственный экомаркет, покупать там вот эти 13 линеек качественного экологичного продукта и получать удовольствие. А кроме удовольствия, улучшать качество жизни, экономить время, экономить деньги, потому что компания очень щедро вознаграждает каждого человека, кто пользуется нашим продуктом и рекомендует его своим знакомым. Смотрите, в чем состоит мое предложение, если вы его принимаете. Я предлагаю каждому человеку, кто ходит в магазин, значит, покупает вкусные и полезные чаи, кто пользуется биологически активными добавками, кто моет голову, кто убирается дома, кто предпочитает улучшать здоровье с помощью функционального питания и биологически активных добавок, кто любит эфирные масла, да, и понимает, какую пользу они приносят для здоровья, да, кто пользуется уходовой или декоративной косметикой, все мы идем в магазины и несем туда свои деньги. А если у вас будет собственный экомаркет Greenway, дисконтная карта, я так скажу, да, дисконтная карта, да, то за то, что вы покупаете качественные товары, вы еще и будете получать хорошее вознаграждение от компании, кэшбэк.
кто знает, какие кэшбэки, например, в тех магазинах, которые, куда он несет свои деньги, да, какие кэшбэки выплачивают. Ну, в лучшем случае 1%, да. Так вот, компания Greenway платит кэшбэк 20%, да, представляете? И плюс еще дарит подарки. Подарки тоже в виде нашего продукта, да, который тоже можно использовать для себя, можно использовать на подарки своим друзьям и знакомым, потому что все мы ходим на дни рождения, на праздники. И ну, подавляющее большинство людей, таких как я, любит дарить подарки. Так вот, можно дарить подарки очень полезные, очень вкусные, да, и те, которые помогают улучшать экологию. Вот, так, да, основная, ну, как бы, вот чем меня еще привлекает компания Greenway, да, как пользователя хорошего продукта, что у компании есть своя миссия. Миссия очистить планету от химии, улучшить экологию своего дома, вот начиная с себя, я начинаю пользоваться, я убираю из дома, я убрала уже, кстати, давно, 4 года убрала полностью из дома бытовую химию, и заменила, просто убрать нельзя, нужно чем-то заменить. И я заменила бытовую химию на наши замечательные салфетки из ультратонкого рассеченного микроволокна, который полностью заменяет бытовую химию. Кстати, в Японии, почему они пользуются в детских лечебных учреждениях? Потому что они еще обладают антибактериальным эффектом, да. Волокно, которое лежит в основе, оно вытянуто в продольном направлении, тоньше человеческого волоса, представляете, какое тонкое, ультратонкое, да, и расщеплено от 8 до 20 секторов, в которые засасывается грязь, микробы, пыль, ну, все, что вредит нашему здоровью, да, и за счет того, разрывается оболочка бактерий, и за счет этого оно обладает антибактериальными свойствами и может с большим успехом заменять там хлорку и другие вредные вещества, которые мы используем в быту. Кстати, вы знаете, что у самых чистоплотных мам самые часто болеющие дети? Почему? Потому что они заменяют грязь естественную на грязь химическую, да, на бытовую химию. Потому что чистоплотные мамы, к ним заходишь в квартиру, у них прям пахнет вот этой бытовой химией, да. И эта бытовая химия, если вы наберете где-нибудь в Гугле, я знаю, я точно знаю, что люди сейчас осознанные, да, и понимают вред бытовой химии. Так вот, те мамочки, которые используют бытовую химию, у них дети болеют чаще, потому что бытовая химия угнетает иммунитет, токсически действует на кровь. И, допустим, те, кто моет посуду Фейри, используют, да, я как врач могу сказать, что фейри очень токсичное вещество, и для того, чтобы его смыть с тарелки, да, когда мы губкой моем тарелку, да, нужно сделать 40 ополаскиваний, иначе следы фейри остаются на тарелке, они невидимые, да, мы высушиваем эту тарелку, и потом в эту тарелку накладываем еду. А еда является тоже жирорастворимой. Вот эта фейри вместе с едой попадает потом к нам в желудок, и отсюда идут проблемы, там, гастриты и так далее. Поэтому есть замечательная альтернатива, например, фейри, да, салфетка для посуды, губка инволвер. То есть очень много изделий предлагает компания Greenway, которые предлагают убрать вообще исход из обихода средства, удаляющие жир, да. И салфетка для посуды, хотите верьте, хотите нет, я говорю о том, что ей уже давно пора поставить памятник, потому что она даже удаляет жир в холодной воде без всяких средств бытовой химии. Кто не верит, напишите, и я вам продемонстрирую. Могу прям продемонстрировать в Инстаграме, да, могу любым другим способом. То есть сейчас развиваются активные интернет-технологии, сейчас, возможно, все. Можно встретиться, если вы живете в Санкт-Петербурге, да. Я люблю знакомиться с новыми людьми.
именно вот эти вот личные встречи, да, и кроме того, у компании Greenway есть региональные центры, шикарные, кстати, практически в каждом городе есть шикарный региональный центр. У нас в Санкт-Петербурге 3, в Колпино 4 даже региональных центра, очень красивые, очень такие статусные, да, куда всегда приятно прийти, побеседовать. Ну и, соответственно, там можно приобрести наш продукт, да. И если вы придете в региональный центр, увидите, какие там стоят очереди, каким спросом пользуется наш продукт, особенно когда идут поставки нашего продукта. Так вот, у нас, значит, ну, скажу, что 13 линеек – это функциональное питание, вкуснейший коктейль-балансер, который, я считаю, что нужен каждому человеку, особенно детям и взрослым, для перекусов, да, там в одной порции коктейля содержится 20 грамм белка, представляете? А если вы сделаете генетический тест, который также предлагает компания Greenway, это генетический паспорт нашего здоровья. И узнаете свою формулу питания. Кстати, он делается один раз в жизни. И вы будете знать, как быть здоровыми в соответствии со своими генами. Вот. То есть это вообще генетические тесты, это вообще флагманский продукт, который необходим каждому человеку. Он тоже у нас есть, представляете? То есть это тоже забота о здоровье. Дальше. У нас есть функциональные чаи, очень вкусные. Ой, просто вот, ну я не знаю, я обожаю. Особенно вот чай с каркаде, апельсином и корицей. Они вот в таких пакетиках. Тоже весь продукт брендовый и очень красиво упакован. Есть лечебные чаи. Тоже, которые по проблемам организма, то есть есть мужской чай для мужского здоровья, женский чай, сердечно-сосудистый, почечный, суставной и так далее. То есть на все проблемы организма есть лечебные чаи. Кстати, чем отличаются вообще лечебные чаи, которые вы покупаете в аптеке? Они горькие и невкусные, сделаны из трав. А у нас сделаны по особым технологиям, из трав с добавлением плодов, листьев, да, они очень-очень вкусные, то есть ты получаешь удовольствие вообще и от упаковки нашего продукта, и от использования его и с целью там восстановления здоровья, и с целью там уборки квартиры, ухода за собой, тоже, кстати, очень важный момент, да, потому что все мы с вами, ну, практически пользуемся косметикой. Даже если не пользуемся косметикой, да, мы все равно ухаживаем за собой, за своим лицом. Мы ходим в душ, мы ходим в баню, мы очищаем поры лица. И у нас есть такие обалденные варежки. Просто вообще сказка, которая без мыла можно применять и убирать все вот эти отжившие клеточки, да, и улучшать в том числе и дыхание нашей кожи. Это тоже очень важный момент, да. Дальше у нас есть чистящие средства, паста и порошок Мистик. Это просто фантастика. Все, кто... И самое главное, очень экономичные. То есть вот я купила пасту Мистик практически уже полгода одной маленькой, ну, как бы упаковочкой пользуюсь, да, и без... Это полностью натуральные ингредиенты, без бытовой химии, без вреда для здоровья, а это особенно актуально тем, у кого есть дети, да, потому что дети – это наше все, да, мы все заботимся о здоровье наших детей больше, чем о своем собственном, хотя в первую очередь, конечно, ну вот я считаю, что нужно думать о себе, ну и в целом о здоровье всей семьи. Если вы становитесь потребителями качественной экологичной продукции Greenway, я вам гарантирую, что здоровье вашей семьи улучшится однозначно, потому что вы станете осознанным потребителем. Кстати, вот не все понимают, да, зачем там убрать бытовую химию. Некоторые говорят, что мне и так хорошо, что быстро, это ж надо там какие-то усилия прилагать для того, чтобы там салфетки, например, постирать, да. Вот, ну, меня все устраивает в этой жизни. Так вот, компания Greenway несет великую миссию, да, мы меняем сознание людей.
И наша задача не просто рассказать, а показать, как работает наш продукт, да, либо там угостить чаем, да, чтобы человек понял вообще вот этот вкус чая, да, показать, как работают салфетки, да, и мы это успешно делаем. Когда человек видит, он восхищается, да, он говорит, он не верит вообще, что такое может быть на первых порах, да, он начинает искать, чем там пропитаны ваши салфетки, то есть он, его мозг начинает генерировать какие-то идеи, почему такого не может быть, это вообще, это фантастика, да. И чем больше он применяет салфетки, тем больше влюбляется в продукт, и подавляющее большинство людей хочет рассказать всем своим знакомым о том, что вот есть, да, и то есть мы из неосознанных потребителей превращаемся в осознанных потребителей, хотя в наше время сейчас даже молодежь, все, ну, экология в тренде, да, очень много осознанных людей, которые, кстати, тоже ищут этот продукт, и вы можете стать их проводником в мир экологии, в мир Greenway, да, и за это еще получать хорошее вознаграждение. И смотрите, мне очень понравилось такое выражение, да, что неосознанное потребление ведет к болезням, а так оно и есть, да, а неосознанная жизнь ведет к нищете. Поэтому мы все, кто рассказывает о Greenway, да, являемся проводниками в мир экологии, в мир осознанного потребления и осознанной жизни. И это на самом деле очень важно для меня и для каждого человека, который заботится о красоте, здоровье, да, и вообще в целом об экологии планеты, да. Но самое главное, что меняя свои обычные магазины, в которые мы несем деньги там, на шампуни, на средства для стирки, кстати, еще не сказала, что у нас есть вообще шикарная альтернатива стиральным порошкам, особенно это касается аллергиков, это касается вообще любой категории населения, да, потому что уже доказано, ученые бьют тревогу, что сейчас очень много мужского бесплодия, и оно во многом связано с тем, что, ну, как бы пользуемся памперсами и бытовой химией. То есть эти наши порошки, которыми мы стираем, да, они не выполаскиваются, да, они попадают в одежду, мы носим эту одежду, через одежду они попадают в кровь и токсически действуют и на кроветворную систему, и вообще в целом на весь организм. Поэтому, если вы уберете из своего дома вот эти токсичные порошки и замените на пластины для стирки Greenway, которые, кстати, не надо никаких ополаскивателей будет добавлять, да, просто 2-3 пластинки на стиральную машинку, и ваше белье мягкое, свежее, здоровое, да, то есть пластины состоят из кокосового масла, кокосового спирта, полностью натуральные ингредиенты, и очень хорошо отстирывают белье, убирают запах. У меня, например, когда у мужа собираются носки грязные, да, потные, я просто беру их в тазик с водой, туда кладу пластинку наших стиральных пластин, вот, и замачиваю, да, потом можно просто прополоскать, да, и вот эти носки, да, они, ну, не имеют запаха, да, они долго носятся, ну, не так быстро, ну, как бы потными становятся, то есть на самом деле это вообще классная вещь для каждого дома. А кроме того, эти стиральные пластины, если их запустить в стиральную машинку, они очищают стиральную машинку, и не надо этими дорогущими средствами, опять же, бытовой химии пользоваться для того, чтобы очистить машинку. И это очень экономично, понимаете? Это вообще весь наш продукт по очень доступной цене от 100 рублей, да, и плюс, если учесть, что он долговечный, это значительная экономия каждой семьи. Ну, а чаи, например, да, тоже там 40 пакетиков вкусного чая, 290 рублей, вообще это сказка на самом деле, да, для человека осознанного, который понимает, что вот эти все
чай в пакетиках, которые продаются в магазине, это пыль, да, это вред нашему здоровью. И просто взять, если этот пакетик опустить даже в холодную воду, да, вы увидите, что вода окрасится, потому что сколько там красителей и вредной химии. Вот, поэтому у нас даже сейчас, в нашей команде «Люди мира» есть школа по здоровью, где разработчик наших биологически активных добавок и наши ведущие доктора рассказывают о том, как сохранить свое здоровье, потому что, ну, на самом деле биологически активные добавки не лечат, да, они восстанавливают целостность, да, потому что что такое БАДы? Это травы, приготовленные по особым технологиям, да, по новым, по новейшим технологиям, да, потому что, ну, как наши бабушки раньше там выпаривали в это, ну, в общем, вот это все делали. Мы сейчас, люди все занятые, у нас сейчас век скоростей, мы просто, мне, например, легче взять готовый этот самый продукт, заварить, с наслаждением выпить, и понимая, что, принимая каждую там капсулу биологически активных добавок, выпивая полезный чай, я делаю вклад в свое здоровье. Это как банк, да. То есть я хочу сохранить ясный ум, прекрасное здоровье до глубокой старости, да, потому что у меня еще очень большие планы на жизнь, вот, и, ну, для меня это важно. И мне важно донести вот до каждого из вас, что вы тоже можете вести вот эту вот осознанную, экологичную жизнь, да, делать вклад в свое здоровье и при этом зарабатывать деньги. Смотрите, а как зарабатывать деньги? Когда вы идете в магазин, покупаете, да, ну, получаете в лучшем случае кэшбэк 1%. Здесь, поменяв обычные магазины на свой собственный экомаркет Greenway, который с каждым годом расширяет свой ассортимент. У нас будет все. У нас вообще каждый месяц появляются новые шикарные продукты, которые не только сохраняют экологию планеты, но которые полезны для здоровья каждого человека и каждой семьи. Так вот, покупая в своем собственном экомаркете, а купить можно двумя способами. Первый – заказать через интернет, да, и заказ от продуктов, ну, больше, чем на 5000, это бесплатная доставка, да, и либо прийти в региональный центр в своем городе, да, и получить удовольствие чисто эстетическое от регионального центра, пообщаться там с людьми, которые с удовольствием расскажут, как они используют. Любого человека там спроси, кто стоит в очереди, с удовольствием поделится своими результатами. И купить то, что вам нужно. И за это еще получить вознаграждение. Смотрите, как легко и просто у нас зарабатывать деньги. Кстати, 4 года назад, когда только компания Greenway пришла на рынок, я всем говорила о том, что скоро, вот посмотрите, через 3-4-5 лет салфетки Greenway будут в каждом доме. И сегодня что мы наблюдаем? Что действительно салфетки Greenway есть практически в каждом доме. И уже сложно найти человека, который не слышал о салфетках Greenway. У нас вот сейчас приходят новые партнеры, которые ну, идут по своим знакомым. И оказывается, что у салфетки у всех есть, но про бизнес никто не знает. И поэтому сейчас, поскольку рынок уже знает о наших замечательных салфетках, есть возможность присоединиться к нашему замечательному проекту, рассказывать об этой возможности людям, да, и получать процент вознаграждения. То есть за то, что вы рекомендуете людям поменять свои собственные, ну вот, вот эти свои магазины на собственный эко-маркет Greenway, компания будет вам тоже выплачивать вознаграждение. Представляете, ну как бы, как классно. То есть два способа заработать деньги. Первое – пользоваться самому продуктом, сохранять свое здоровье, экономить деньги и при этом получать от компании очень достойный кэшбэк и подарки, да, и получать очень достойное вознаграждение. То есть у нас нужно, то есть ты покупаешь продукт и радуешься жизни реально. Вот присоединилась Евгения Карелина, я вижу, да, которая недавно узнала о нашем продукте, и каждый день для нее праздник. Жень, это так? Потому что ты узнаешь все новые и новые продукты, и
рассказываешь об этом людям, да, и вот когда с энтузиазмом, с радостью людям рассказываешь, да, люди сначала не верят, а потом начинают точно так же пользоваться продуктом и благодарить тебя за то, что ты им это рассказала. И, кстати, вот если говорить про Россию, у нас 20 миллионов людей вообще живут за чертой бедности, но присоединившись к нашему проекту, пользуясь нашим замечательным продуктом, получая удовольствие и рекомендуя людям то же самое, стать потребителями хорошего, качественного продукта, вы улучшаете, ну, вы получаете вознаграждение и, соответственно, повышаете уровень своей жизни, качество своей жизни. Потому что вы пользуетесь, ну, как бы хорошим продуктом, вы рекомендуете людям и получаете и создаете таким образом товарооборот, то не только в своем собственном магазине, когда вы сами пользуетесь, да, и там дарите своим друзьям, да, либо продаете своим друзьям и покупаете на свой ID, да, вы создаете личный товарооборот, да. Но личный товарооборот, он всегда конечен. А когда вы делитесь с людьми, рассказываете им, помогаете им открыть свои собственные эко-маркеты, и они становятся благодарными пользователями продукта, вы, став пользователями продукта, им же дальше хочется рассказать людям, да, и если вы их научите, да, как получить свой регистрационный, ну, свою дисконтную карту, я могу так сказать, да, и получить свои выгоды, а выгоды – это подарки, кэшбэк и процент от товарооборота. И чем большему количеству людей вы расскажете об этой возможности, а они будут эту идею нести дальше, тем больше процент вознаграждений вы будете получать от компании. Компания очень щедрая, компания очень щедрый маркетинг-план, да, и она платит за каждое полезное действие. Вообще таких щедрых маркетинг-планов, я думаю, что вы не найдете. Именно поэтому, что у нас качественный продукт, да, хороший маркетинг-план, прекрасное обучение, вы не останетесь один на один. У вас будет наставник, человек, который рассказал вам об этой возможности, и он будет заинтересован в том, чтобы вы пользовались качественным продуктом и несли эту идею людям. И вы получите, ну, как бы шикарное обучение в нашем проекте. У нас сейчас большая-большая команда «Люди мира», которая объединяет там более 10 тысяч человек. А вообще в компании Greenway уже 1 000 000 зарегистрированных пользователей. Да? Представляете, то есть 1 000 000 людей улучшили качество своей жизни и свой уровень жизни. И наша задача дальше продолжать людям рассказывать об этом. И цель компании – стать компанией номер 1 на евроазиатском рынке в теме экологии. На сегодня уже вот за 4 года своего существования компания стала компанией номер 1 в России по своему бурному развитию, по росту товарооборота, да, по количеству людей, которые присоединились к проекту. Представляете, как это здорово? И по тем вознаграждениям, которые платит компания за то, что люди создают этот товарооборот, рассказывая своим знакомым и незнакомым людям о тех, ну, с которыми они, естественно, знакомятся, да, о тех возможностях, которые дает компания Greenway. То есть мы помогаем людям, первое, стать осознанными потребителями, понять, что каждый человек может стать проводником в лучшую жизнь, да, и проводником в мир экологии. Донести до людей вот эту мысль, что начиная с себя, улучшая экологию своей планеты, улучшая экологию своей семьи, уже заговариваюсь, ты улучшаешь экологию планеты. То есть, ну, каждый, наверное, человек хочет быть причастен к чему-то великому,
какой-то большой миссии. И вот эта миссия улучшить экологию планеты привлекает, ну, как бы очень большое количество людей. А если еще при этом ты получаешь удовольствие от продукта, пользуясь этим продуктом, да, рассказывая об этом людям, получая хорошее вознаграждение и в денежном эквиваленте, и в подарочном эквиваленте, а есть еще и путешествия, компания тоже вознаграждает, да, автомобилями и так далее. То есть вот моя задача была, да, вот моих новых подписчиков, да, познакомить с уникальной бизнес-моделью компании Greenway. Да, все на самом деле все очень просто. Пользуешься сам, получаешь удовольствие, рассказываешь своим знакомым, помогаешь им зарегистрироваться, оформить свой собственный эко-маркет, научить их делать заказы и включить их в процесс обучения. И у нас сейчас очень активно, уже прошло 5 потоков школы будущих миллионеров, которые помогают людям развиваться. То есть это для многих людей еще очень важна тема личностного роста. Вот. Так, тут какие-то пошли сплошные, я не знаю, комментарии интересные. Вот. Что я могу сказать, ребят? Моя позиция, что мы помогаем людям улучшать экологию и получаем за это достойное вознаграждение. Вот. Как у нас есть классное обучение, у нас есть все инструменты для развития. Поэтому мы не просто тратим деньги, да, мы вкладываем в свое здоровье, мы инвестируем в себя, потому что мы пьем вкусные полезные чаи, вкусные БАДы, пользуемся шикарными салфетками, которые экономят нам время и деньги. И поэтому каждый человек выбирает, да. Моя задача вам рассказать об этом проекте. А возьмете вы для себя эту возможность или нет, это уже, так сказать, ваш выбор, да, выбор каждого человека. Каждый человек имеет право выбора. И я очень рада, что вот Людмила Калинкина благодарит меня за то, что я ее в свое время сразу же буквально пригласила в этот проект, да. И благодаря этому она рассчиталась со своими долгами, купила квартиру, переехала в Санкт-Петербург, да, и это очень щедрый, харизматичный человек, который радуется жизни и дарит вот эту возможность и эту радость всем людям. Вот, это все, что я хотела вам рассказать. Спасибо за внимание. И присоединяйтесь к нашему проекту, да, попробуйте, протестируйте наш продукт, потому что продукт действительно с вау-эффектом, продукт вирусный, продукт, который нужен каждому человеку. И все, кому вы расскажете об этом продукте и начнут пользоваться, будут вам благодарны. Первый момент они не верят, а второй момент, когда начинают... Ну, у нас вообще эффект Золушки, когда люди покупают наши салфетки, мы им говорим, не только не начинайте пользоваться вечером, потому что вам предстоит бессонная ночь, вам захочется оттереть все, что у вас есть. Поэтому берите салфетки в руки с утра, вот, и действуйте. Поэтому, кому интересно, пишите в директ, обращайтесь, и я с удовольствием вам расскажу, как сделать свою жизнь еще более экологичной и при этом повысить свой уровень жизни. Да, Наталья Шатрова, я очень рада, да, что вы присоединились к нашему проекту. Тоже очень много, да, скептиков, которые присоединяются к продукту и радуются жизни вместе с нашим продуктом, радуют своих знакомых, родных и большое количество людей. Кстати, очень много людей, с которыми мы знакомимся через наш проект. Потому что я считаю, что в наш проект Greenway приходят особые люди. Это люди позитивные, харизматичные, с активной жизненной позицией,
И я очень рада, что я 4 года назад сделала этот выбор и хотела донести вот эти все преимущества до каждого из вас. Поэтому рада быть с вами. Всего доброго и до встречи. Так.